Ну что, базаки, всем привет, с вами Брулев, и в сегодняшнем видеоролике мы будем покупать 10 рандомных аккаунтов. Я сразу скажу, что были аккаунты, которые и окупились, которые показали себя хоть как-то интересно, а самое главное, во время покупки, во время съемки со мной еще связался продавец этих рандомных аккаунтов. Что он написал, что он от меня хотел, и что интересного я узнал, вы увидите в этом ролике, поэтому сразу поддержите лайком и не забудьте подписаться, ведь именно сегодня, если вы смотрите ролик в момент выхода его, то в 17:00 стартует 24 часа стрим с алкоролеткой, с челленджами, с заданиями, с сампом PUBG, GTA 5. И на 140 тысяч вы наконец-таки увидите сборку, которая используется в моем каждом ролике. Если вы еще не подписаны, подпишись прямо сейчас. А если ты уже подписан, просто ставь лайк, потому что ролик должен продвигаться и собирать новых зрителей. Победитель на 500 рублей с прошлого видеоролика вот здесь. Если ты хочешь так же, то давайте в этот раз снова пишите, из какой страны вы меня смотрите. Поэтому прямо сейчас спускайся, топи за свою страну, пиши или лайкай, кто уже написал ее. В следующем видосе один случайный комментатор заберет 500 рублей на свой киви кошелек. За последние 3 недели, что мы с вами успели? Мы заходили на аккаунт школьника за 500, мы засняли 2 серии по моим заброшенным аккаунтам в Сампе, мы заходили на аккаунты ютубера и успели купить аккаунт даже за 5000 рублей. Ну а теперь пора обратиться к рандому и посмотреть, что же в этот раз нам выпадет с рандомных аккаунтов. Сегодня их купим всего лишь 10. Но если вы соберете 3000 лайков, то в следующем видосе мы уже купим 50 аккаунтов. А далее, может, даже дойдем и до сотни. У нас есть выбор. Либо мы покупаем вот здесь. Здесь у продавца ZIL131 жир аккаунта на Arizona RP, 5 уровень. На всех аккаунтах имеются вирты, на некоторых дома, машины, бизнесы. Короче, как, собственно, все продавцы нам пишут, однотипно, по шаблону. Либо второй вариант. И, честно, ну, описание у него вообще нулевое. Рандом Arizona, 1.15 левел, машины, дома. Сегодня я готов довериться именно ему, попробовать купить те самые 10 аккаунтов. На балансе у нас есть 100 рублей, к сожалению, все 10 аккаунтов сразу купить мы не можем, поэтому придется покупать по одному. Первый аккаунт у нас прилетает, Arizona RP Phoenix, пароль Сергей Лис, то есть пароль такой же, как и ник этого продавца. Не знаю, хорошо ли это или нет, но давайте попробуем. Прежде чем я введу пароль от первого нашего аккаунта, сразу скажу, что покупка запрещена. И скорее всего в 90% вы просто потеряете свои деньги, потому что вас моментально забанят и увидят, что вы продан, передан и так далее. Бау! Первый аккаунт. Так, хорошо, пароль у нас подошел. Первый уровень, 11 тысяч у нас на руках. Да, что-то мне кажется, у этого продавца все аккаунты будут самореги. Первого уровня это тупо будет. Работа, начинающий фермер, уровень первый. Ну что могу сказать по этому аккаунту? Ну здесь тупо пустышка. Пацик зарегал ак, получил один payday. Вот и все, вот и аккаунт на продажу. Вот и 10 рублей уже заработаны. Или сколько там. Номер аккаунта 1 229 459 383. На Фениксе больше миллиарда аккаунтов? Я думаю, нет смысла задерживаться на первом аккаунте, он просто пустой. Здесь ничего нет, и это просто чистейший саморек. Да, не будем останавливаться, не будем расстраиваться, и сразу следующий за 8 рублей у нас залетает. На удивление, у нас снова пароль Сергей Лис. Ник у нас Ралли Старк и опять же сервер Феникс. Хотя этот аккаунт у нас уже хотя бы с 3 уровнем. 6900 денег. 0000. Ну, 0000. Как и в прошлом, инвентарь здесь тоже полностью пустой. Так, а я могу хотя бы что-то открыть? Тут нет. Машины никакой у нас нету. И сет спавн. Дом, ну конечно же, отель, нет, ничего у нас нету. Пока что нам не очень везет, едем дальше. Так, хоть что-то новое, хоть что-то хорошее. Женя Сахаров и наконец-то хотя бы другой пароль, не Сергей Лис. Пароль у нас LOL228. Тупо нашли какого-то лоха, который, ебать, аккаунты покупает и деньги на нем варят. Ну, так, пароль у нас хотя бы подошел. Мы на сервере, опять бич спавн, никакого дома, как я понял, сразу проверим у нас и отеля. Нет, второй уровень, статистика нулевая. Ну, инвентарь у нас, только есть телефончик. Это, конечно же, мы ничего не можем сделать. Братишка, не газуй! Посмотри, что делает, да? Какая-то жопа, гопа, гопа, жопа. Ё-моё, Феникс, что у вас происходит? Какая-то жопа приехала, Богдан машину бьет. Аккаунт пустой. И какой-то бомж на альте ходит. Ну, а с аккаунтом мы прощаемся. Здесь ничего нету.
выше третьего уровня даже аккаунта мы еще не видели. Ну и по деньгам. На каждом аккаунте по 5-6 тысяч валяется. Я даже не помню, какой по счету мы аккаунт покупаем, но опять же, сервер Феникс и какой-то Влад2011. Так, пароль у нас подошел, бана никакого у нас нет. Опа, 13 уровень. Я уже вижу, что у нас на спине есть непонятно что, что это, метла какая-то. Слушайте, так это уже хоть что-то. Так, золотые часы, какая-то метла у нас. 304 скин. Из кобура какой-то. Ремешочек с приколами, рубашечка синяя. Это будто скин какого-то ПДшника. Но если это скин ПДшника, это десятки миллионов. Работы у нас нету, организации нет. Да, аккаунт пустой. Как бы здесь ни денег, ни то, ни сё, ни сё. Но при этом 13 уровень и какой-то непонятный скин. Ну слушай, этот аккаунт меня приятно удивил. У меня появилась мысль добраться до центрального рынка и попытаться продать этот скин, но я даже не смогу этого сделать, потому что я даже не могу открыть мусорку. Сраный Accept Trade, поэтому ладно, не будем палиться. И напишите тогда вы в комментарии, сколько он может стоить и что это за скин. А мы переходим к следующему аккаунту. Сразу могу сказать, что опять Феникс и опять снова Сергей Лис пароль у нас. Поэтому, скорее всего, на аккаунте ничего не будет. Так, ого, мы появились с Санфиера в каком-то скинчике. Но если не ошибаюсь, это инвентарь. Это первый айдишник, это бичевский скин, но при этом... Ого, шо это? Опа, эффект X4, пополнение счета. А, 5-й уровень, кстати, у нас. Хотя бы так, хотя бы не первый, хотя бы не второй. И по статистике, как обычно, пусто, но хотя бы голд статус есть. А, и через 8 дней у нас даже випка слетает. Ну, инвентарь у нас, как вы уже видели, тоже пустой. Первая страница, вторая пустая. Машины у нас нет. Бизнеса тем более. Неинтересный аккаунт, едем дальше. Ну что, пацаки, мы уже на следующем аккаунте. Мы снова на Фениксе. Снова был пароль Сергей Лис. А, собственно, Феникс. Я вас тут уже всех видел. Наверное, не видел. А, ник Саша Толкачиков. 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 Я же говорю, на Фениксе происходит какая-то жопа. Почему автобусник? Что... Коля Сомер, Саммер, Сомер. Коля, ты что творишь? А, по статистике, денег у нас ни на руках, ни в банке, ни на депозите. Работы нет, организации нет. Все по нулю здесь, никакой випки нет. И инвентарь у нас, в принципе, пустой. У нас есть 4 яйца. Скорее всего, это 7-й аккаунт, который мы с вами покупаем, если не ошибаюсь. Мы по-прежнему с вами на Фениксе, мы по-прежнему с паролем Сергей Лис. И аккаунт у нас Миша Зикеев. 2-й уровень, деньги 0, банк 0, депозит, личный счет 0, работы. Это, наверное, самый пустой аккаунт, здесь вообще ничего. Едем дальше на 8-й аккаунт. Пароль уже не Сергей Лис, это радует. То есть, наконец-таки, хоть какой-то новый пароль, но, опять же, это сервер Феникс. Рано я радовался, на аккаунт я зашел, но Ангел Макрейн 4-го уровня сидит у нас в джейле на 50 тысяч секунд. Всем здорово, Тат Скрудж, Макдак. Джон, Артем, Нолик, Нубик. А, ну и статистика у нас. Ну, у нас полностью обнуленный аккаунт, скорее всего. Я не знаю, можно ли было так сделать или нет. Денег 0, банк 0, 0-0-0-0-0. Все по нулям. Инвентарь у нас. Шо? Фишки для казино. Здесь точно нет смысла задерживаться. Мы, блин, в тюрьме или что-то еще такое. И у нас остался 9 и 10 аккаунт. Давайте посмотрим, что будет на них. Так, патоки, я удивлен. Уже второй раз за эту покупку у нас наконец-таки сервер Чандлер, пароль другой и какой-то, ну, довольно серьезный ник Евгений Рассел. Мне написал продавец, вам куда столько аккаунт? Ищу что-то хорошее. Серега Лис знает, кто мы такой, и давайте спросим ему по чесноку, можно ли что-то выбить из рандомных аккаунтов, раз мы уже связались с самим продавцом. Хорошее для тебя это что? Что для нас хорошее? Ну давайте хотя бы пройдемся, как по факту написано. Машины и дома. Лично я считаю, что рандомные аккаунты это просто слив денег, потому что, ну, шанс здесь что-то выбить, ну, просто минимальный. И как нам ответил сам продавец, здесь нет нигде домов, и машины здесь очень редко. Но при этом у нас осталось 2 аккаунта. Во-первых, Чандлер, во-вторых, еще одна запасочка. Итак, вводим пароль. Только без бана, только без джейла и... 180 тысяч секунд. Заключение, но у нас на руках 700 тысяч. Это пока что самая большая сумма, которая нам вообще попадалась.
принципе, все. Работа, так, деньги в банке, номер телефона. Инвентарь у нас тоже пустой. Квесты у нас не пройдены. Почти 700к, это был бы, ну, в принципе, порядок. Но мы в джейле, и отсидеть 180 тысяч секунд, мне кажется, ну, это очень много. Что-то мне подсказывает, что это очень много. Ну и, к сожалению, мы не можем здесь задерживаться. Нечего здесь смотреть. И мы с вами переходим на... Стоп! А сколько нам потребуется денег, чтобы выйти из психушки платно? Всего лишь-то за 180 миллионов мы можем выйти из тюрьмы и сохранить наши 600 тысяч на аккаунте. Ну что, пацаки, это последний 10-й аккаунт, поэтому давайте всю покупку совершим вместе с вами. Покупаем. И падает нам сервер, опять же, Чандлер, пароль Сергей Лис и Роберт Невский у нас ник. Последний аккаунт. Самое главное не лохануться. Без джейлов, без приколов, без банов. Дайте, давай, напоследок что-нибудь бомбезное. Тау! Так, мы не в джейле. Окей, мы появились с Анфиера. Оп! Слушайте, да как по заказу. 600 тысяч. Ну... Конечно, сколько мы потратили в сумме на эти аккаунты, 600 тысяч, это маловато, но при этом последний аккаунт нас порадовал, что на нем есть 600к. Так, развозчик пиццы, статуса никакого, ну и в принципе здесь нечего больше смотреть. Инвентарь у нас тоже пустой, тут удочки какие-то, бочки, айкос. Жалко, что ничего бомбезного нам не выпало, надеяться на дом здесь нет смысла, нам ответил даже сам продавец, что это ноль шанса. Ну а машины слишком редко падают, но пока что мы такого ни разу не видели. Ну что, пацаки, вот такие 10 аккаунтов у нас вышли, я не знаю. Но лично я считаю, что мы не окупились, как вы считаете, пишите в комментарии. И не забывайте про стрим, который сегодня будет, если вы смотрите в день выпуска этого ролика. Не забывайте поставить свой царский лайк, я стараюсь для вас, покупаю аккаунты, стараюсь что-нибудь интересненькое найти. И не забывайте подписываться на канал, это очень важно, ведь 140 тысяч не за горами, и сборочка будет ваша. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.